Дорогой партнер, мы рады, что вы сделали правильный выбор и уже успешно зарабатываете с Admiral Markets. Помните, ваши доходы растут благодаря работе ваших клиентов. И чем большее количество людей вы привлечете, тем выше будет ваша прибыль. Это видео поможет расширить круг потенциальных клиентов и упорядочить дальнейшую работу с ними. И для начала вам нужно собрать базу подписчиков. База подписчиков – это золотой актив тех, кто занимается инфобизнесом. Это email-адреса и дополнительная информация, которую пожелает оставить подписчик. Например, телефон, имя, адрес или свой уровень достатка. Все подписчики – это ваша целевая аудитория. Другими словами, это люди, заинтересованные в информации, которую вы даете. Для начала обязательно зарегистрируйте свой домен и найдите хостинг для будущих страниц захвата. Чем больше захватывающих страниц в разных нишах вы создадите, тем быстрее наполните подписную базу, а значит, найдете своего клиента. Итак, первый и самый лучший вариант поиска будущих клиентов – вирусный маркетинг. Расскажите родственникам и друзьям о выгодах сотрудничества с вами. Пригласите в команду, а в обмен на 2-3 контакта их знакомых подарите или предложите им что-нибудь. Объясните, что ищете людей, потенциально заинтересованных в дополнительном источнике доходов. А общение с будущими подписчиками начните с помощью холодных звонков. Много будущих клиентов можно найти в социальных сетях. Это самый недорогой и эффективный источник привлечения вашей целевой аудитории. Создайте свою группу, наберите подписчиков, разместите страницы захвата и организуйте редирект. Немаловажно вести переписку как с участниками своих групп, так и с участниками групп по тематикам. Ваше общение должно быть ненавязчивым и не являться спамом. Не забывайте регулярно публиковать интересные и тематические статьи в своей группе. Приглашайте подписчиков стать вашим клиентом или партнером. Прекрасной возможностью привлечь потенциальных клиентов является обучение валютной торговли на рынке Форекс в регионах. Организовывайтесь семинары и тренинги, снимайте обучающие видео, распространяйте электронные книги. Кстати, в зависимости от стратегии развития вашего бизнеса, они могут быть как платными, так и бесплатными. Создавайте тематические встречи. Кроме этого, обсуждайте ваш бизнес на форумах и блогах. Зарегистрируйтесь на сайтах рейтингов брокеров, пишите свои отзывы и комментарии на форумах. И, наконец, реклама. Она охватит широкий круг ваших потенциальных клиентов. Поисковое продвижение сайта позволит сделать ваш ресурс видимым для большого количества интернет-аудитории. Реклама, появляющаяся в поисковиках, проинформирует потенциальных клиентов о вас и ваших преимуществах перед конкурентами. Наружная реклама будет эффективно работать на вас в многолюдных местах. Разместите ее на открытой местности, на зданиях, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью дорог, а также в общественном транспорте. А к более узкому кругу будущих клиентов поможет достучаться печатная реклама. Кроме того, что она работает там, где недоступен интернет, ее можно взять с собой, показать другим и сохранить. Распространение такой рекламы позволяет сохранить контакт с вами и оставить информацию для связи. Мы уверены, что использование наших советов поможет эффективно и в кратчайшие сроки увеличить вашу базу будущих клиентов. Для удобства работы разделите подписную базу на сегменты. Первый – территориальный. Расставьте адреса ваших клиентов в порядке удаленности. Начните с ближайших. Запланируйте связаться с теми, кто живет дальше, до конца недели, чтобы иметь возможность организовать встречу в выходной. Также разделите базу по наличию и отсутствию информации об уровне материального положения. И выделите отдельно тех, кому интересен рынок Форекс, а также тех, кого он, возможно, заинтересует. Уважаемый партнер, проделав эти несложные шаги, вы значительно увеличите свои доходы. Не сомневайтесь в своем успехе, ведь теперь вы с нами. Admiral Markets – ваш уверенный взгляд в будущее.